А вот здесь уже что будет происходить, я даже не знаю. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Интересно и удивительно все, что здесь происходит. Необычно. Когда классическая музыка преподается вот так просто и в таких стенах. Все это так как-то удивительно. Вы знаете, когда шел сюда, я к мне позвонил и пригласил меня, он так вкратце мне рассказал в общих чертах, что это такое будет. Но я совершенно не представлял себе, насколько это будет для меня необычно и, в общем-то, волнительно, потому что то, что я сейчас буду делать, я не знаю, что я буду делать. Моим любимым занятием является импровизация. Я люблю импровизировать, и так как плохо запоминаю слова и мелодии чужих, то есть не своих композиторов, то мне проще как-то аккумулировать все, пропустить через себя и уже выдавать какие-то такие штуки. Вот я пока сидел, смотрел здесь, слушал. Ребят, у меня сначала был такой просто взрыв мозга, а потом я решил, будь что будет, я вам сейчас буду показывать то, что у меня, в общем, родились такие ассоциации на то, что происходило здесь до вот момента, пока я здесь вышел, я наблюдал, что-то внутри себя слышал. Прошу вас сразу, у вас заранее дать вот такую, вам даю такую установку. Пожалуйста, не ищите в том, что сейчас будет звучать, в текстах, особенно в звуках, да, какой-то логики, потому что логики здесь не будет. Будет какая-то попытка имитировать языки, имитировать образы, которые будут. Поэтому я вас заранее предупреждаю, потому что снимаю с себя всякую ответственность. Ну и немножечко давайте так вот разомнемся.
Спасибо, хорошо, что я вас предупредил. Ростислав, во-первых, мое почтение за тот удивительный труд и ту огромную любовь, которую ты вложил вот в этот инструмент. И я надеюсь, что мы с тобой сделаем какую-то, да, чуть попозже, такую хулиганство какое-нибудь, да? Потому что, по-моему, ты хулиган. Предварительно, коль я получил ответ, что, наверное, нет. Но, может, тебе удастся уговорить. Что-что, я не слышал. Предварительно мне дали ответ, что, наверное, нет. 8 утра, экзамен ГАИ. Но, может, тебе удастся уговорить. Сделай начало. Так вот, ты, Ростислав, скажи, пожалуйста. Такой момент, что вот такой прекрасный инструмент сюда привезти, чтобы его привезти, нужно чуть-чуть, ну, сложить его, потом чуть-чуть его загрузить, чуть-чуть тоже довести. Вот, поэтому я не знаю, вот очень бы хотелось, но в силу того, что завтра действительно в 8 утра экзамен в ГАИ, нужно будет сделать что-то там задом, вот это движение. Это уже джем. Вот это вот. Поэтому, ну, давай по настроению просто, как пойдет, потому что уже время позднее, в общем-то, все, ну, потихонечку устают, но очень было бы здорово, может быть, в следующий раз, или, ну, в общем, не будем загадывать. Ничего не понял, ладно. Это был джем-сессион. Я понял, теперь понял. Я хотел сказать, что, по-моему, ты делал что-то, вот ты когда делал вот так, да? Это у тебя был японец или самурай? Кто это? Была японка. Попадись такой японке. Ну ладно. Японская сторожевая. Ой, Йокасон, хобаночиме! Кто здесь? Омада хосио дабачана, хачинома сине харакири хасат. Анимячо, дурикасан, мамурикасан, харабичка мараулькабасан. Ония чуда. Кайокасан, тонкий, стройный, персы. Кубаю. Yeah.
Отсюда, хорта мисо. Иду. Хабари с коня. Тут ему читался Достоевский Шостакович. Кертамиле. Хобиничано таракана. Хашба. Даю. Ты у меня как призрак, откуда ты сидишь, я тебя не вижу, как прикольно. Так, да, кстати, по поводу чего хотят отобрать? Отобрать и уехать с микрофоном? Или поучаствовать? Присоединиться к тебе. Да. Ты где? Я просто тебя не вижу. Я здесь, по центру. Это, кстати, хорошая штука, если кто-то хочет выйти и попеть. You're welcome. Зара. Да, и на Зара. Извините. Да. Зара, тебе микрофон нужен? Да, и... Сейчас проверим. Давайте, Викуля. Можно нам еще один, если можно, микрофончик? Вот у нас сейчас будет здесь просто суперская... Коль, можно я тебя перебью? В смысле? Если кто сомневается, Коль и Зара, прошу вас подтвердить, что вы первый раз друг друга видите. Да, но такое ощущение, что знаем друг друга 100 лет. Так, еще. Мы вот с Викой тут... Буквально к вам приехали с выступления нашей общей знакомой. Хотел сказать, там мы с тобой познакомились. Чуть раньше, да. Но вот так получилось, что Вика говорит, а давай поедем. Я пригласил Вику, поедем посмотрим, что у ребят такого интересного. И мне бы хотелось, вот так, раз у нас такая импровизация, режь последний огурец, что называется. Я бы хотел, чтобы...
чтобы эти две девушки поучаствовали сегодня. Зара, Виктория, Анна. Анна, Зара, Виктория. А я буду дурака валять. Проверьте микрофон. Thank you.
Сара Олегова, Анна Кривцова, Николай Масальский и девушка Виктория. Девчонка, что вы? Так, ребята, сколько у нас еще есть время? До утра. Что там такая песня? Да-да-да-дарили до утра! Ростислав, можно тебя... ты же у нас же инструмента там. Ну ладно, жалко. Жалко, я думал с тобой, значит, в следующий раз. Тогда посвящается тебе. Называется Христ. Фома, Джома, Джома, Фома, Джома, Фома, Фома.
Виктория Чиковая, прошу не будьте жаловать. Берете один бычок, бросаете, расставьте. Так, ну что? Джем удался. Спасибо большое. Ребята, 2:30. Как будто и не в одном глазу. Спасибо всем. Николай Масальский. Всем доброй ночи.